Загреб, дом Спартова. Медвежчак против Бориса из Астаны. Болельщики Maple Leafs. Ну, этот этап карьеры остался позади. Этап карьеры заокеанский. Бросок и шайба в ловушке Иванова. Пушкарев, защитника подключает, это Далман, сразу же перевод налево и бросок. Ландин мощно заряжает, нужно бороться за шайбу на пятаке, не прижата она голкипера. И еще один момент, Хитер сначала отбивает перед собой, а затем ловушка играет. Не позволяет себе объехать, до шайбы добирается, сразу же пас вперед, ну и в итоге сам Ландин начинает атаку Бориса. Баченский неплохо развернулся, оперативный простор есть, и партнеры открытые тоже есть. Набросный пятачок, бросок, добивание, и Найджел Доус открывает счет в этой встрече. Там Ландин открылся, кстати, подключился защитник к атаке, и вот он прострел, Бойд поборолся, а Доус уже с неудобной под щитком Хитера шайбу эту отправил за ленточку. Вот такой щедрый повтор, режиссер из Загреба там попался, игра уже идет, а мы все наслаждались голом Найджела Доуса. Сзади середина первого периода, момент, у ворот Иванова, не прижал шайбу, но защитники тут помогли, даже не защитники, а Константин Пушкарев, 21,4%. Играя в большинстве, Борис пропустил дважды. Что касается Медвежчак, 13-й показатель по меньшинству. 14. Ух, какой момент. И Найджел Доус дубль оформляет. Передача из-за ворот. Ландин не стал бросать на дальнюю. Отправил шайбу. И Доус с второй попытки ее в сетку направил. Брасывание в зоне Останчан. Медвежчак забирает шайбу себе. И бросок в штангу. Попадает шайба. Мощно заряжает Крис Каланас. Лейну последние 6 сезонов в Северной Америке провел. И как раз возвращаясь в Европу и подписывая контракт с Медвежчаком, этот финн отмечал, что ему важно... Ух, какой бросок от синей линии, рикошет, и Иванов пропускает. Да, конечно, это хендер. 94 номер, темнокожий нападающий Медвежчака. И срок его дисквалификации подошел к концу. Вилли Лейну шайба, и про него я рассказ начал и завершить не сумел из-за заброшенной шайбы. Какой момент, Иванов перед собой шайбу отбивает. Что в этот раз? Наверняка какие-то коррективы Дак Шедл сделал в раздевалке. Эти коррективы касались в том числе игры в неравных составах. Сен-Пьер шайба, передача в центр, неплохая, бросок, шайба попадает в щиток Иванову, добивание, не попадает в створ ворот. Сейчас налево передает шайбу Хатчинсон, прижат Борис к воротам. Вот это уже довольно серьезная атаки со стороны Медвежчака, причем одна за другой, шайба на пятачке, и 2-2. Паскаль Пелетье благодарит своих партнеров за классный розыгрыш, и самый результативный игрок Медвежчака вновь сказал свое слово. 10-я шайба Паскаля Пелетье в этом сезоне, 28-е набранное очко. Этой встрече проблемы с голкиперами есть с каждой стороны, поэтому результативность удивлять не должна. Далман находит Баченский. Баченский на Далмана. Далман направо. Ландин бросает и попадает в штангу. Хитер. Вот теперь вступил в игру Семенов. Не точен. Старченко. Передача под кипкой. Точно на клюшку Семенова. Мощнейший бросок. Добивание. И шайба не зафиксирована. Затем она влетает в сетку. А Руденко, посмотрите, как высказывает претензию арбитру за то, что тот раньше времени свой свисток дал. Но этот закипает страстью у ворот. Сразу же Антропов пытается добить шайбу. Она там где-то застряла в щитках Келвина Хитера. Ее добивает в ворота Старченко. И Руденко, естественно, недоволен этим преждевременным свистком. Как изначально арбитр себя поставил, так и должен он обслуживать матч на протяжении всех 60 минут. Какие-то нюансы всегда есть. Вот какой момент! Бойд бросает, и Хитер останавливает эту шайбу. Совершенно один там Дастин Бойд остался. И отскочил к нему шайба прямо на крюк. Один бросок, второй. И линия перемещается. Иванов на последнем рубеже. Лейно.
неплохая скидка. Четыре игрока у ворот. Бросок, добивание. И Иванов должен накрыть эту шайбу все-таки. И на свободный лед шайбу отправляет. А вот теперь уже передача на Антропова. Но эта передача такая сильная. Не подкидка, как хоккеисты говорят, ковыряшка. И поехали, драка. Царинок против Сегала. Царинок уже без шлема оказался. Сыпятся удары с каждой стороны. Ну а кто там сверху оказался? Никита Царинок, судя по всему. Брэндон Сегал здесь в плане точности ударов все-таки имел преимущество. Я думаю, что по очкам ему можно побьют присудить, хотя Царинок оказался в итоге сверху. Старченко в углу площадки уступает в борьбе Кинрейду. Сен-Пьер на противоположный край. Здесь Хатчинсон быстро разворачивается. Сен-Пьер набирает скорость, получает шайбу. И между двух защитников можно убежать. Сбивают Мартина Сен-Пьера. И что скажет главный арбитр? Болит назначается в ворота Бориса. Бросок, и Иванов вытаскивает. Браво, говорим Алексею. Борис в игре. Медведчак тоже в игре. От этого очень многое зависит в каждом отдельно взятом эпизоде. Бросок Пушкарева. Доус ведет борьбу на пятачке. Гаврилин подключается. Пушкарев. И вот он, мягкий пас прямо под бросок. Гаврилин. Доус там рукой уже добавлял. Шайба сверху. Там же, где и фляжка вратарская находится. Найджела Доуса сбивали с ног. Доус бросал по воротам. Пас за ворота. Еще один момент. Ворот Хитера. И добивает снова Доус. Настоящий штурм. Уже за воротами становится добычей игроков Бориса. И диагональная передача. Ответная атака. Доус в центр отдает. Нет, коньки сопернику. А вот момент у Доуса. Шайба в сетке. И Найджел Доус оформляет второй хет-трик в этом сезоне. 3-2. Борис выходит вперед. 23-я шайба. И теперь уже привет не Илье Ковальчуку. Привет Стиву Мозесу. В собственной зоне останчане. Кинрейд пошел вперед. Бартулис выставил клюшку. Сен-Пьер. Царинок на пятачке. И шайба в сетке оказывается. Царинок не сумел удержать нападающего соперника. Паскаль Пелетье. Царинок на пятачке выдернул Сен-Пьера. Вот здесь на скорости Пелетье подкатился. И, естественно, не статичный Царинок, не нападающий. Быстро решать ему не могли. И все, что требовалось, Петрушченко, точная передача. Я начал разговор о том, что Медведчак – команда, которая довольно статично действует. Какой отскок! И 4-3 в пользу Бориса. Брэндон Баченский с улыбкой на лице отправляется к скамейке. 12-я шайба в сезоне. Номер Джеймс Райт. И у него позиция вроде как повыгоднее была. Баченский рвется к воротам. И, пожалуйста, 5-3. Ну что ж, время для поздравлений. Время порадоваться за болельщиков Бориса. И Борис прерывает свою черную серию. Звучит сирена. А вот Медведчак терпит второе подряд поражение. На счету Бориса теперь 53 набранных очка. Поздравляют Алексея Иванова останчане. Результативная встреча сегодня получилась, но Иванов оказался сильнее своего визави.